Если уж говорим об энергетике и военных, кто взорвал Северный поток? Ну, я не в курсе. Нет, я не говорю, что это вы. Просто пошутил. Я-то тоже не знаю. Вот я об этом. Вы в курсе, кто это сделал? Ну, очевидно, что за этим стояла администрация Байдена. Все факты указывают именно на это, но меня там не было. Но я хочу сказать, ведь это серьезный шаг. Это крупнейший индустриальный саботаж в истории. Выброса углерода было больше, чем после чего-либо. И еще эта странная незаинтересованность в поиске виноватого, и как по мне, это странно. А как по-вашему? Ну, с администрацией Байдена вообще много странностей, и это далеко не первое. Я говорю все это к тому, что если вы выступаете против администрации Байдена, то сделать нечто подобное и подставить наших союзников, Западную Европу, лишить их энергии, необходимой для их промышленности, и этим уничтожить их экономику, что сейчас и происходит, то такое действие — это серьезный проступок. Вы только что предали наших союзников, и никто не обвиняет Байдена в том, что он, очевидно, сделал. И я не понимаю, почему. Ну, никто не обвиняет. Байденов не обвиняют ни в чем. Вы только посмотрите на этот кокаин, который недавно нашли. Это ведь вообще что-то. А чей он был? Я хочу вот что сказать. Нет. Да ладно, никто не подслушивает. Какое ваше мнение? Нет, это на самом деле важно. Так как... я была в этой области Белого дома. И это не... устроим вечеринку. Что бы они ни говорили. И, кстати, не забудьте про косячок, который они нашли прошлым летом. И они постоянно говорят, что через это место проходят сотни людей. Нет, я была там. Это самое охраняемое место из всех, так как это место, где я, как член Совета нацбезопасности, вместе с другими членами Совета встречались с президентом. Там обсуждаются самые секретные темы. Я знаю это место со шкафчиком. Там люди просто так не ходят. Это либо президент, либо вице-президент, либо члены кабинета или заместители руководителей. Там больше никого не бывает. Еще может быть помощники, но очень ограничено. Я могла привести только своего личного помощника. Президент еще мог привести своего начальника штаба. Никого лишнего. Так что, когда они говорят, что не знают, чей это кокаин, вы мне хотите сказать, там камер нет? Там по-любому есть камеры. Так что вот что я вам скажу. Я убеждена, что это все для прикрытия либо Хантера, либо кого-то очень близкого президенту. И они не хотят говорить, кто это. Но что меня волнует, что теперь они говорят, да ничего страшного, ведь в прошлом году пару раз находили марихуану. А почему вы тогда ничего не сделали? Вот скажите, кому это надо пойти в помещение нацбезопасности и засунуть наркотики в шкафчик? Ведь это на самом деле проблема. Если у вас кто-то под кокаином принимает решение по нацбезопасности, то мне это не безразлично. Ну, так оно и заметно. Я согласна полностью. Итак, ну, то есть... в смысле, мы уже ближе к ядерной войне, чем когда-либо. Немного кокаина и посмотрим, как пойдет.